И всем привет, ребята, с вами Флимекс, и это первое видео по вообще в компьютере. Скоро я покажу обзор на микрофон, который мне привезли, он очень отличный. Не знаю, как меня сейчас слышно, напишите в комментариях. И сейчас хочу вам показать обзор на такой сайт или даже приложение Steam от разработчиков Valve. Вы, наверное, знаете таких разработчиков, которые вообще сделали игры, такие как Counter-Strike, Half-Life и Team Fortress. А вообще Steam — это игровая платформа. В ней есть все игры, которые есть, ну, кроме, конечно, эксклюзивов для, не, для каких-то там приставок, конечно же. Тут также есть вообще свой профиль, можно добавлять друзья, группы, общаться, играть. Очень много игр бесплатных и платных. Давайте еще по порядку. Давайте сначала уж начнем с магазина. Так, тут есть вообще ваш магазин, игры, программы, устройства, видео, новости. Но это как бы все равно. Например, вот платные игры, тут есть новинки, какие-то вышли там за 2000, там, по скидке, еще что-то. Есть лидеры продаж, как вы видите, там CSGO, Ведьмак, там PUBG. Есть скоро выйдет, есть скидки. А давайте посмотрим тогда бесплатные игры. Вообще красиво оформлен обзор вообще Steam полностью. Вот бесплатные игры. Ну, так, например, есть Dota, вот посмотрите, лидеры продаж. Dota, Warframe, War Thunder, Paladins, World of Tanks, Blitz, Team Fortress, Blackscout, моя любимая игра. Похоже на CSGO, потом пока... Ну, вообще потом сниму видео. И... Ну и там много других, там, скажем, Star Conflict. Также есть вообще игры, которые идут на Apple, телефоны и еще что-то. Так, теперь давайте дальше в библиотеку пойдем. Библиотека выглядит также классно для любой игры. Например, выберем Blackscout, мою любимую. Вот есть друг, который играл, ну вообще... Так, а сейчас... Есть достижения, например, у меня все достижения заработаны, это секретик один, потом расскажу. Есть скриншоты, это я тоже сейчас расскажу об этом. Есть очень много игр, вот, например, очень много. Есть также не скачанные, это те, которые я получил через ключ. Активировал ключ, вот тут добавить игру, активировать Steam. Ла-ла-ла, и там можно написать какую-нибудь игру, например, давайте попробуем. Ла-ла-ла, так, давайте дальше, пробел. Там, например, 4, бла-бла, например, 9, бла-бла-бла, 3. Давайте просто попробуем. Ну, неверно, да, все-таки. Ладно, не суть. Есть сообщество, но это как бы можно считать как группы. Ну, короче говоря, сообщество — это либо группы, можно так объяснить, либо все люди, которые делают скриншоты или видео. Вот, ну, это не так уж интересно. И вот есть ваш профиль. Мой называется Flimax. Если хотите меня добавить друзья, то с маленькой буквы надо писать. У меня тут быстро найти, там всего лишь 3 человека, у меня с маленькой буквы такой логотип. У меня уровень 0, сейчас объясню почему. Уровень вообще делается, когда вы положите 300 рублей. Я скоро уже положу, и у меня будет 300 там рублей. И можно будет как-то уже пополнять уровень с помощью опытов или еще чего-нибудь. Также, когда у вас будет хоть, когда вы положите вообще 300 рублей, у вас... будут добавляться, вы можете сами добавлять друзья, добавляться в группу, продавать или покупать вещи и все в этом роде.
Вот, у меня уже есть значок один посол сообщества. Ну, так, вообще у меня уже 200 единиц, и мог бы я бы хороший уровень уже бы заработать. Я, конечно, делаю просто так, хотя не знаю для чего, но интересно тоже все-таки это делать. Ну, вот давайте сразу посмотрим, можно, у вас будет 300 рублей опубликовать видео, оценить файл, все обзоры игр писать. Вот опробуйте торговую площадку, игровой значок можно будет создать, оценить запись как раз-таки и совершить обмен с другом можно бесплатно. Давайте посмотрим, например, активность. Это не только у меня, но активность, но и моих друзей. Вот, например, мой друг получил достижение, там какие-нибудь скриншоты, вот, например, загрузил. Вот, вот, значит, все друзья есть. Тут можно добавить друзей. Группы. Давай сейчас ну, группа как бы неинтересна вообще. Вот. Контент, значки и инвентарь. Ну, инвентарь давайте последний посмотрим. Это инвентарь. Все вещи, которые. Ну, откуда у вас все попалось? Вот, например, Team Fortress у меня вещи. Ну, конечно, я их пока не могу продать. Вообще их не могу сейчас продать, потому что они начальные, можно сказать. Их нельзя продать. Boxcut, Steam, вообще Unturned. Вот, так вот. Steam это очень популярная игровая платформа. Я в ней каждый день просто сижу и рублюсь, можно так сказать. И вообще, добавляйтесь, друзья, будем очень часто играть. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите хорошие комментарии внизу. Ну и всем спасибо. Всем пока-пока.